Друзья, всем привет! Давайте с вами сегодня приготовим хрустящий, легкий и очень аппетитный салат с крабовыми палочками. Готовится он проще простого. Заранее ничего не нужно отваривать. Просто все нарезал, заправил соусом и салат готов. Давайте начнем приготовление. А все ингредиенты и количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Для начала я нарезаю 200 грамм крабовых палочек. Также для салата мне потребуется авокадо. Авокадо разрезаю пополам, вынимаю косточку, очищаю и нарезаю мелким кубиком. Старайтесь выбирать авокадо, чтобы оно было плотненькое, но не очень мягкое, чтобы в процессе приготовления авокадо у вас не развалилось и не превратилось в кашу. Беру пекинскую капусту. У листьев отрезаю плотную часть и капусту нарезаю мелко. Я настолько люблю пекинскую капусту, что готова из нее делать разнообразные салаты хоть каждый день. А сейчас, друзья, возьму самый большой салатник и начинаю все соединять. В салатник отправляю крабовые палочки, авокадо, сладкую консервированную кукурузу, пекинскую капусту. Из зелени я добавлю мелко резанный укроп. И приготовлю соус-заправку. Для этого в небольшую чашечку я вливаю соевый соус, добавляю горчицу и йогурт. Все хорошо перемешиваю, и заправка для салата готова. Попробуйте, приготовьте, друзья, вот такую заправку. Только по желанию вы можете сюда добавить соль. Я соль ем минимум, поэтому я ее добавлять сюда не буду. Заправкой заправляю салат, все хорошо перемешиваю. Салат получается очень легкий, хрустящий, аппетитный. А сочетание авокадо и крабовых палочек, друзья, это очень-очень вкусно. Готовый салат перемешаю и выкладываю его на праздничную тарелку. Посмотрите, как он готовится просто и быстро, а получается очень вкусно. Друзья, если вам понравился сегодняшний салат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. Всех, друзья, с праздниками, готовьте, это вкусно, просто и доступно. Всем пока-пока, встретимся с вами в следующем видео.